гадом, ни копей гадом, ни мертвым гадом. Да, ну это было. А, да-да, вот это, антикрылозно у него было. 942. 4-2. Что там дальше? Кун. Он реально задел тех. Ты номер-то запомнил? 942. Кун. Если так это. Так, это у нас семерка, да? Какой цвет у меня? Я не знаю. Цвет непонятный. А дальний серьезно не видно было вообще. Он вообще, блядь. Короче, как звонить туда? 112, по-моему. Адекватное поведение на дороге человека. Хотим об этом сообщить, как бы, не знаем точно куда. Ну что, вероятно, пьяный. Да, за рулем. Хорошо, спасибо, до свидания. 022, говорит, надо звонить. Здравствуйте, я хочу сообщить о неадекватном поведении на дороге. Автомобиль едет, крайне неадекватно себя ведет. Сейчас вот заехал на заправку. Семерка, 942, Кун. Кун, К-У-Н. Да, первая К. На заправке, так, это какая заправка? Около кольца. Около кольца, когда вот на Ижевске ехать. Ну да, когда вот на Ижевске все... Назад поехал. Он назад сейчас, блин, мы, короче, его как бы так слегка преследуем, чтобы не потерять. Он сейчас... Нет, вот сейчас едет в сторону ее. Опять на кольцо. Опять заворачивает на заправку. На эту же. Не в Станегут, а дальше. Нет, дальше, которая ближе к Ижевску, вот в эту сторону. По объездной. Да, нет, не на совсем еще нее. Объездная, короче, где? Аспект, заправка. Да. Да, вот сейчас на заправку повернул. Да, на заправке вот сейчас он встал. Да. Похуй, явно на повороте. Ты только подальше, ладно, сейчас от него будет, понимаешь? Он особо не въехал. Хотя он уже въехал давно. Блять, они сейчас туда за ним приедут, он уже съебался отсюда.
что мы скажем? Нихуя себе! Так, ты-то едешь нормально по кольцу? Пиздец! Вообще, понял, у него вообще насрать, короче. Так, вон уступаем, уступаем здесь дорогу. Он убегает, блядь. Смотри. Сейчас после этой можно. Блядь, я вот не хочу, чтобы он уебался после куда-то. Ебать, он же вообще. Или он кого-нибудь дарит. Собьет, или он еще что-нибудь сделает. Позвони опять. Скажи, что он навстречу проехал. В сторону города сейчас едет. Здрасте, это я же звоню. Он сейчас вот это, как раз ДПС проехал, он мимо проехал машину этой. По Красногорскому едет в сторону. Он едет сейчас, Глазов уже заезжает. Проехал. Сейчас он прям на них едет. Близко к электро. А? Мы сейчас скоро... Вот он, блин, рядом проехал этот. Это не адрес, тут ничего нет, мы скоро подъедем к Красногорскому. Красногорский почти. Это... Сейчас в сторону Плазова едет. Сейчас в сторону Драгунова поедет. Около Драгунова. Что там, маневр выполняет уже? Около Драгунова. Он вообще, короче, он пьяный явно. Что попало делает на дороге. Может, сейчас он как бы в другую сторону поехать еще. Нет, сейчас подъезжаем к ней. Подъезжаем к Драгунова. Вон ты его видишь, нет? Прямо уехал, прямо. Там, прямо едет, нет, не по Драгунову, он уехал в сторону железной дороги. Проехал до Драгунова. Где проехал? Ну, давайте, я оставаться могу на связи. Блять, сейчас потеряем его, сука. Уехал, блин, может быть, другой спичек. Нет, вон он. Нет. Вон едет, вон. Чуваки-то вообще оперативно работают, короче. Да, это явно он. Сворачивает. Нет, не сворачивает. Бля, сейчас как уебёшь его куда-нибудь. Что попало творит вообще? Да. Ты что-то, по-моему, на YouTube можно увидеть. Да, можно. Тихо-тихо, да. Так, улицу на. Это какая у нас улица? Вот это. Это, я не знаю, слушай. Бля, тоже. Это Пехтин уже? Да, Пехтин. Здравствуйте, я насчет этого психа на дороге едет по Пехтину сейчас. Очень бы сворачивает на Толстого, он по встречке гоняет. Ты же пьяный точно. Да, все, на Толстого свернули, сейчас едем за ним. Он опять сейчас свернет. Ой, дурак, там же тупик. Стой, стой, там тупик, ему ехать некуда. Не пускай. Нет, вот и блядь, Ваня, аккуратнее, слышишь? Может, у него пистолет какой-нибудь другой? Подожди. Подожди, поехали. Бля, аккуратнее, Ваня, аккуратнее. Не сыр, догони. Сильно-то так не терапично. Я вот сука. Здрасте, он, короче, свернул около Столичного направо. Одностороннее движение где? Да-да-да, вот по этой узенькой улице едет сейчас. Прямо едет. Давайте, может, на связи будем оставаться, а? Так легче.
Вот, сейчас, короче, едем за ним. Налево с этой улицы. Да, налево. Сейчас поворачивают опять налево. То есть это какая у нас улица? Что, не знаю, Карла Маркса. Да, Карла Маркса выехал налево. Едет быстро. Очень быстро. Сворачивает направо, на красный выезжает направо. Направо, да, на красный выехал. Топит очень сильно. Да, мне что-то не хочется. А можно нам тоже на красный топнуть, а? Не-не-не. Нет? А, все. Так, ой, как он быстро едет. Едет в сторону свободы. Заехал на свободу, по кольцу едет. Что, машина направо сворачивает? Направо сворачивает, на Чепецкую. А нет, нет, да, на Чепецкую сворачивает. Опасно, опасно, там пешеходы. Так, свернул, все, едет по Чепецкой. Так же быстро. Вон, топнуть можно сейчас. Обгоняет вообще по мощному всех по встречке. Да, ужас вообще, как хочет. Точно влетит туда. Давайте как-нибудь побыстрее, он реально вообще убьется, наверное, или кого-нибудь убьет. Так, он, короче, около родника сейчас подъехали мы. Пересечение с Короленко. Да, пересечение с Короленко, походу собирается повернуть налево. То есть на Короленко. Прям вон он. Чё, блин. Во, рядом с ним прям едем. Во, всё. Они одни, всё, видят его уже. Блин, очень интересно. Да, за ним УАЗик, буханка гонится, только вряд ли они его догонят. Офигеть. Оставаться еще на связи-то, да? Так, еще за ним 14-я едет. Очень быстро тоже. Классно, классно. Еще одна машина едет. Ну тут 15-я, 14-я и буханка за ним, короче, понеслись.